Всем привет, мы продолжаем приключения Хиро и его друзей. И в прошлой серии мы добрались до деревни, которую затопили дожди. Так что здесь относительно пока что спокойно. Самураи отсюда ушли, так как не могут сражаться на данной территории. И, в принципе, нас послал встреченный нами Тенгу, сказал то, что здесь плавает рыба Кои, и он не может добраться до своего дяди. Попросил узнать, как у него дела. Мы добрались до дяди, и, в принципе, у него все в порядке. Он счастлив. Ему неплохо. Так, и мы отправляемся передать обратно племяннику о том, что все в порядке, чтобы он не волновался. Так, кто у нас что? Тут у нас ничего интересного. По всей видимости, да? Ингредиенты там растут разнообразные. Но до них мы уже плавать не будем. Возвращаемся. Так, ну нам остается где-то освободить еще одного друга своего. Тогда у нас будет полная команда. И мы, надеюсь, уже сможем выступить против самого темного властелина. Что-то меня несколько заносит. Так. Ну, пойдемте к племяннику. Так, вот, видимо, и он нас ждет. Ты нашел моего дядю. Поздравляю. Старый Кои плещется у кромки воды. Осторожно, он очень большой. Окей. Так. Давайте пробовать ловить эту огромную рыбину. Да. Вы можете поднимать рыбу, нажимаем правую клавишу, так, точнее левую. Окей. Слушай, это, конечно, хорошо, но несколько не то, что я хочу. Хорошо, мы ее поймали. Ух! Так, тихо, как тебя вытянуть-то отсюда? Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Чудовище, а? Ай-яй-яй. Так, ты можешь рыбу повредить таким темпом. Так, как бы тебя вытянуть-то? О-о-о. Осторожно. Ё-моё, а-ха-ха. Тихо. Ты от меня так легко не уйдешь. Ай-яй-яй. Ну же. Может быть, мне что-то нужно сделать? А, нет, она меня через течение провела. Которое не мог, не отталкивало. В принципе, скорее всего, в этом ее цель. Я все-таки смогу ее поймать. Нет, по всей видимости. Печально. Так, Кой вернулся на свое прежнее место. Ну ладно. Мы продолжаем дорогу дальше. Так, у нас тут нигде нету, скажем, алтаря. Тут такая территория огромная. Так, где у нас поиск алтаря? Ну, за место. Очки. Нет, хорошо. Отправляемся тогда. Ух ты, ничего себе. Выглядит это красиво, чего не скажешь. Ну, а там у нас обитает третий уже босс. Сейчас мы его и навестим. Так, думал выбрать лучше огонь. Так, давай. Отлично. А как раз немного не хватает до следующего уровня. Уровень женщины. Сколько вас?
Так, ребят, вы опасны. Я вас не люблю. Ай-яй-яй-яй. Давай. Не получилось. Так, исполним здоровье. Давайте как-то разбираться с шаманом. Ай-яй-яй. Так. Надо сначала уничтожить вас, я думаю. Иначе вы мне используете всю жизнь. Так, второй. Ну а теперь займемся тобой, дружок. Давай. Нет. Давай в меня целься. Ну же. Отлично. Так, а теперь уже вы. Неужели у нас тут еще остались? Тут из лучников. Фух. Так, здоровье. Да, отлично. Так. Ах, вас не люблю. Давай. Эх ты, лягушонок. Так, мы просто сможем, думаю, войти в ворота, да? Хитряться никак не надо. Отлично. Так, для начала вы, ребятки. Тихо. Так, еще двое. Отлично. С этой стороны у нас теперь чисто и спокойно. Давайте на свободу. Нетки. Окей. Так, и что у нас с другой стороны? То же самое, как я понимаю. Ворот я за собой, видимо, закрыл. Привет. Привет. Тихо. Отлично. Тут пара клеток, или это пустые просто клетки? Да, пустые, а. А нет, есть енот маленький. На свободу, дружок. Ну, отправляемся по мосту дальше. Мы там сможем пройти, вроде бы, да? Нет никакого засова. Привет, привет. И все. Так, а там с другой стороны опять патруль, по всей видимости. Ага. Так, скринс нам пока здесь не дадут. И последний бедолага. Ребят, на свободу. Так, и нам какой из двух дверей? В ту, отлично. Привет. У-у-у, так. Да что ж такое? Да, сейчас. Нет. Хорошо. Ну давай. Не туда. А, слишком близко. Ой, не видно.
Вроде попал. Все, отлично. Теперь займемся вами. Вот тебе за все. А, что ж такое? У нас пустые клетки. Ладно, на ту сторону я могу как-то перебраться, интересно. Привет, ребят. Так, еще один. Есть такая, наверное, вероятность переплыть это. По-другому я не вижу, но меня, скорее всего, просто несет водой. Ну, сейчас мы это попробуем как-нибудь здесь. А нет, не сносит. Давай запрыгай. Собственно, одна с разгона. Ух, да что же вы делаете? Ну, слава богу. Так, пойдемте мстить. Нужно опять же восполнить здоровье, и давайте тогда немного создаем их. Так. А. Хорошо, одно есть. Еще. И еще. Как-то так. Так, один бедолага, как всегда, остается. Так, теперь разберемся с тобой за все хорошее. Отлично. Так, у нас, скорее всего, еще два отряда по домам спрятаны. Давайте полезайте. Окей. Так, что у нас тут? Тут вроде больше ничего не осталось. Нет, знов мы были. Сходим теперь туда в тот. Сейчас туда вообще реально как-то попасть. Что ж ты не подпрыгиваешь? Сейчас отплывем. Отлично. Так, тут у нас тоже кто-то есть. Ну, естественно. Ну, давай. Вот и все. Так, ну и теперь можно с чистой совестью уходить, зная, что тут у нас полностью зачищено. А тем временем нам в другую дверь. Что нас ожидает здесь? Засада? А ты кто такой? Ух ты, особо быстрый. Как с вами бороться? Он как-то в угол зажать, что ли? И мы просто сделаем проще. Так, не получилось. Окей, давай, давай, давай. Да что ж такое? Опять сбежал. Ну давай. Ну наконец-то. Мартышка был. Друзей позвали. И не стыдно. Так. Исполним здоровье и посмотрим, так, кто у нас в доме прячется. Как понял, с этими быстрыми мы встретимся еще не раз. Так, хорошо, нам этого, надеюсь, хватит. Ага. Привет, ребят. Примерно вас я здесь и ожидал увидеть.
как один вроде забежал. Так, и все. Так, что у нас по эту сторону? Окей, так, еще один. Еще один отряд. О, а вас-то я не люблю. Так, сможем вас уничтожить? Так, смогли. Так, на свободу. Так, и где эти паразиты? Стреляющие. Так, отлично. Так, ребят, на свободу. Вот как-нибудь панда превратиться и посражаться и их хотя бы просто проходить. Она забавная. Так, ладно, раз уже залезли на крышу. В принципе, тут вроде бы у нас все. Идем дальше. Так, немного пополним здоровье и сохранимся тогда с полными. Ладно, игроки, думаю, хватит. Это чересчур тихо вроде бы. А, тут не слишком глубоко. Может быть, здесь у нас где-то будут обращенные рыбы. Было бы интересно это посмотреть. Сполошились. Сейчас давай я доберусь. Вот и все. Ну давай. Так, хорошо. Ух, что-то как-то в последнее время стали слишком уж много управлять врагов. Так, давай. Монетки. Садзен. Не будем его карму не разрушать. Бегать по нему. Так, там у нас сохранение и великан. Так, окей. Собираем. И берем футу. Ждешь меня? Ну давай. Реванш. Не отомстит за своих собратьев. Пойдем сохраняемся и бежим дальше. Так, Хиро. Все сполошились. Сейчас мы до вас доберемся. Ну или не сейчас. Несколько позже. Так, давай. Так, статуэтка. Видео больше ничего интересного здесь у нас нет. Крепость тоже, видимо, немного подтопила. Как и, блин, без ближайшей деревни. Так. Что
тоже. Стреляйте это все. Так, следующие ребята. Эх. Секунду, сейчас сюда вас доберусь. Привет, а вот и я. На крышек спасайтесь. Давай. Оу. Опять вы с динамитом балуетесь. Метки. Ладно, идем к вам. Кто в меня стрелял? Понятно. Ой-ой-ой. Я тебе свалился. А что ж ты делаешь? Ну, давай. Так, окей. Сейчас мы тебя попробуем просто сюрикеном сбить. Может, как раз мы их давно уже не использовали. Сюрикены, так где они у нас? 63 штуки. Да. Ох, что ж ты делаешь? Ну, Хиро, повернись. Хиро, не расстраивай меня. Будем тебе мстить. Ты раз ты здесь не сшибешь меня. Давай стреляй. Так, моя очередь. Так, этим тебя не убью, что я только оглушу. О, что ж такое? Повернись. Так, ладно. Пробуем по-другому. Точнее. Тарты. Давай, стреляй. Моя очередь. Ну, наконец. Ты живой еще? Иди к черту. Перебираемся сюда. Займемся вами. А где второй? Так, давай, отойди от края. Не хочу вслед за тобой свалиться. Они двое у нас тут. А, даже пустая клетка, ну, ладно. Хотя бы больше нет у нас никого за спиной, кроме одного паразита. Кого мы сейчас истребим? О, это что ж такое? Ладно. Скоро мы отсюда уже уйдем. Совсем чуть-чуть. Пошли за ним. Да, кошмар. Начинает несколько раздражать. Повернись лицом. Ладно. Здесь это у нас последний раз уже. Стреляй давай. И попал.
слава богу. Все, с тобой мы покончили. С тобой можно идти спокойно. Так, мы на другой стороне, отлично. Опять на платформе паразит. Что ж такое? Чего там кидаетесь? Просто стрелы с таким звуком. Терпите, уже иду. Слава богу, хоть с динамитом никого нету. Привет. Вот и все. Так, думаю, того здания на платформе сразу будем уже. И суператакой, потому что запрыгивать это будет опять слишком уж долго. Тихо. У тебя есть... А-а-а, да что ж такое? Можно, наверное, было нашим лучникам не как нас вызвать. Но им, возможно, было бы проще убить. Так, отлично. Тут сможем подняться, интересно. Ага. Вроде не сносит назад. То опять. Все-таки это дурацкая территория. В основном из-за того, что я не могу нормально плавать. Меня постоянно кто-то отталкивает или скидывает. Так, давай-ка попробуем с тобой. Ну, стреляй ты уже. Наконец-то. Ну? Что же вы так глупо целитесь? Не один, так другое. Ладно. Скоро мы и до второго доберемся. Сюн. Ну, куда ты поплыл? Ну, давай. Что это вообще такое? О, господи. Так. Давай. Надо его прикончить уже. Ну, слава богу, с одним разобрались. Как нам добраться до следующей? Ага. Как зря я это сделал, да? Да. Очень зря. Тихо. Не паникуйте, сейчас я до вас попытаюсь добраться. Бежали к малышу. Тихо. Хиро, разберись с толпой. Теперь снова переходим на Сюна. Давай уже, ну слава богу. Все, ребят, теперь уже вы. О, неужели? Интересно, смогу допрыгнуть? Ага. Отлично. Мы тут, в принципе, хорошо спрятались. Ладно, переходим на Хиро. Плывет немного совсем. Освобождаем зверят. О, тебя-то мне не хватало. В
Вай. Слава богу. Так, отлично. Что у нас тут еще есть? Кабанчик. Иди на волю. С ней никого. Ладно, так. Самостоятельно без шляпы мы доплывем. Немного совсем. Давай, опять нажми. Вот, вроде бы чисто. Прошло. Мы подходим к финалу, как я понимаю. Так. Осторожно. Меня не снесет, надеюсь. Нет. Так, хватай. И что нас здесь ожидает? Как у него у нас уже босс. Нам кролик был, вот, показалось. Кто у нас тут? Поехали. Какой ты страшный. Ну, бой в воде это проблематично, я думаю, будет. Оп. Привет. Так. Идите куда-нибудь заберемся. Как понимаю, тебя надо будет те же красные платформы, что ты ударил. Давай, падай. Так, тут мы пока в безопасности. Неудобно, камера стоит. Ага. Так, секунду. Сначала вы, потом босс. Тихо. Вы стали часто блокировать мои атаки. Тихо. Побежали. И нам куда-то сюда. Где я ошибся? Ладно, еще разок. Ой, не то. Не то. Сам ошибся. Ладно, повторяем по-быстрому. Тихо. Не нервничай, сейчас все будет. Что ж ты делаешь? Это у нас плавающий аэроплов, как я понимаю, да? Окей. Так-ка мы от вас избавимся, но не мешались. Там попробуем что-нибудь сделать с боссом. Тихо. Ты ведь не дотянешься туда меня, да? Так, окей, куда нам? Попробуем тем же путем пойти. Осторожно. Давай подплываем. И скажем пойти в эту сторону до конца. Окей. Тихо. Свалюсь. Давай. Ведь все равно попало. Ну, давай. Да что ж такое? Сколько с тобой можно сражаться? Хорошо, с тобой мы разобрались. Это красное нам не подойдет, как я понимаю, это еще слишком высок.
Ладно, хотя бы мы зачистили территорию. Значит, попробуем куда-то... Ой! Не там. Куда-то направо сходить. Что ж такое? Захеро. Чтобы сложно. Так, пробуем сюда. Кстати, надо пополнить здоровье на всякий случай. Хорош уже блокировать. Отлично. Ты же даже не попал. Отлично. Так, тут у нас должна быть где-то красная. Это если. Так, надеюсь, сейчас мы по цели. Да. Подожди немного. Так, поехали. Отлично, и теперь можно идти сюда. Тихо плывем. Так. Не туда. Сейчас, я думаю, с тобой уже закончим. Друг ты наш. Давай. Сам. Так, хорошо. Ой, не то. Да что ж такое? Второй раз уже одна и та же ошибка. Ладно. Терпи. Сейчас все кончится. Там проблематично, это просто банально забраться, выбраться из воды точнее. Да что ж такое? Хер, просто залезть на лестницу. Может, ты меня подтолкнешь туда? Да что ж такое? Это становится просто ненормально. Так, окей. Возвращаемся. Надеюсь, сейчас хотя бы залезу нормально. Эх, ну, слава богу. Сейчас сюда возникает проблема с последним этапом. Окей. Так, все-таки заканчивать уже с тобой. Неужели тут у нас без взрыва обойдется? Стой! Прочь с дороги! А ты заходи! Куда могу же быть сходить? Где капитан? Я здесь, мой повелитель! Не осчастливишь ли нас своим присутствием?
Пожалуй, нет. Я не хочу. Что? Ну не идиоты! Юные ниндзя, я приготовил для вас еще одно испытание. Он восстанет из промерзшей земли, чтобы воспарить к небесам. И вы встретите свою судьбу, словно снежинки в летний день. Так, мы видим, куда-то на зимнюю территорию перейдем. Окей, это будет, думаю, даже интересно. Но пока что мы тут остановимся и уже продолжим следующую серию. Всем спасибо и удачи!